Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 38 по 44. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. «Рече Господь своим ученикам, блюдитесь от книжних, хотящих в одеяниях ходите, и целование на торжищах, и прежде седание на солмищах, и первовозлежание на вечерях, поедающие домы вдовицы, не пщеванием на долзе молящиеся, си примут лишнее осуждение. И сет Иисус прямо сокровищному хранилищу, зряше, как народ мечет медь в сокровищное хранилище, и мнози богатие в метаху много, и пришедшие едино вдовица у Бога, верже лепте две, еже есть кадрант, и призвав ученики своя рече им, аминь глаголю вам, яко вдовица сия у Бога, множе всех верже, вметающих в сокровищное хранилище, всибо от избытка своего вергоша, сия же от лишения своего вся, елико имеешь верже все житие свое». Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, евангелист Марк передает нам слова Спасителя, предостерегающие его учеников от образа жизни книжников и фарисеев, а также приведенный им пример жертвенности вдовы, которую Христос увидел возле сокровищницы Иерусалимского храма. Но обо всем по порядку. Вокруг Христа собирается большое множество людей, которые со вниманием и усладой слушают слова Божественного Учителя. И Господь, найдя подходящее время, опять придает осуждению образ жизни книжников и фарисеев, наставляя людей не подражать в этом элите иудейского общества. «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах». Священномученик Григорий Шлиссембургский пишет, «Господь предостерегает от книжников, бывших учителями закона, и изрекает книжникам тягчайшее осуждение. За что? За длинные одежды? За первое место в синагогах? За первое место на пиршествах? Конечно, не за это само по себе, а за лицемерие. Их внешность не соответствовала внутреннему. В них все было показным, даже молитва. Значит, длинная одежда, председание в синагогах, предлежание на пиршествах осуждаются как показатели лицемерного тщеславия.
И действительно, многие учители закона делали на показ, привлекая к себе излишнее внимание. Они любили ходить в длинных одеждах, полы которых волочились по земле. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили люди важные, но праздные. Книжники любили, чтобы люди приветствовали их всюду, проявляя уважение и почтение. Сам титул «Рави» означает «учитель мой». Такое обращение льстило их тщеславию. Книжники также любили сидеть в синагоге впереди всех. На пирах они любили возлежать на самых почетных местах. В древности положение о рангах строго соблюдалось на пирах. Первое место было по правую руку от хозяина дома, второе – по левую. Далее нумерация шла с левой стороны от хозяина вокруг стола. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. «Сии поедающие дома вдов» – такое обвинение произносит Христос в отношении книжников. Историк Иосиф Флавий, сам фарисей по происхождению, рассказывая об эпохе интриг в иудейской истории, говорит, что фарисеи были высокого мнения о своем отличном знании закона предков и убеждали людей в том, что их, фарисеев, высоко ценит Бог. Книжники убеждали людей, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, чем обеспечить рави комфортабельную жизнь. Таким образом, разные религиозные шарлатаны обманывали простых людей и бедных женщин. И вот одну из таких бедных женщин замечает Христос в храме. «Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант». Лепта по-гречески «лептон» в буквальном смысле означает «тонкая». Это была самая маленькая монета, одна 124-я динария. И все же Господь сказал, что пожертвование вдовы было больше всех прочих. Потому что другие опустили то, что им было легко отдать, ведь у них еще много оставалось. А вдова опустила в ящик все, что у нее было. Александр Павлович Лопухин замечает, «Господь, имея в виду мнимое благочестие книжников, людей зажиточных, о котором он только что говорил, не преминул указать своим ученикам на пример вдовы, которая отдала все, что имела, и которая поэтому своим пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими много больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего достояния». Слова Спасителя, осуждающие благочестие на показ и возвышающие пример искренней жертвы бедной женщины, звучат сегодня и для нас с вами, дорогие братья и сестры. Не должно думать, что только те, кто кажется в наших глазах праведными, действительно имеют святость в глазах Божьих. Не тот свят, кто живет для людей, а тот, кто всего себя посвящает Богу, невзирая ни на кого. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа, благо.